Не закрывается. А ты ремнями завяжись. Ну, пусти. Ну, попробуй. Вот здесь что-то мешается. Давай я помогу. Ирина, ну, поехали! Ты еще не готова? Ну, пропали наши путевки. Мы же на поезд опоздаем. Не закрывается. Позвольте. Ну вот, так я и знала. Это зачем? Заниматься. Никаких занятий. Отдых есть отдых. И я, товарищи, как представитель медицины, требую... Посмотрите, товарищи, какая сегодня на горе шапка. Крепкий ветер будет. На завтра летный день обеспечен, товарищи. Ну, по местам. Есть? А здорово этот Алексей Петрович получает. Прокатится? Что ты? Хорошо, Алеша. Да полный. Пустяк. Эх, какой день! Я попал. Иди. Здоровья.
Ребята, по секрету, вы все назначены к полетам. Здорово, ребята! Алёш, мировые рекорды! Журнал «Молодое племя». Получили? Получили. Дайте. Пожалуйста. Сашка, вот вам 50 копеек. Литературно-художественный журнал. Где же здесь моя поэма? Можешь поздравить? С чем? Смотри! Поэма о Кефале молодого поэта Грибова. О, здорово! Ну, можешь и меня поздравить. С чем? Отобран комиссией. Жизнь превосходна, честное слово. Жизнь превосходна, труля. Жизнь превосходна, честное слово. Жизнь превосходна. Пойдем. Ирина, вот уж действительно поговорим о странностях любви. Но ты заметила, какая-то странная парочка. Нет, вот если я когда-нибудь выйду замуж, то только за... Замуж? За кого? За героя, вот. Смотри, смотри, планер. Да. Или за героя, или за планериста. Поздравляю. Что ты за планериста? Да. Он в воздухе, а ты дрожи на земле. Ничего. Нет. Вот, если я кого-нибудь полюблю, ну, так только... писателя. Поздравляю. Или поэта. Ну да, Пушкина или Льва Толстого. Вылитый Лев Толстой. Что такое? Ой, мой калач, ищите. Простите. Это он виноват. Извините, нет, это он. Догоню? Я тоже хорошо бегаю. Ну, я тоже неплохо бегаю. Ну, теперь мы должны... Ну, вот вам ваши вещи. Спасибо. Нет, дальше не надо. Ну, мои вещи. Давайте. Ну, давайте. Скажите, это вы собирались выйти замуж за Льва Толстого? Нет, это не я, это она, моя подруга Ирина, а я за летчиков. Ага, прекрасно. Позвольте представиться, летчик-планерист. Планерист? Константин Берг. Разрешите представиться, Алексей Грибов, поэт. Поэт, правда?
правда? Да-да, да-да. Ирина! Ирина, идем, мы опоздаем, ну? До свидания. До свидания. Веры, что из наших же рядов выйдут сотни инженеров, командиров и бойцов. И никогда так не был мир чудесен, так хороша зеленая весна. И никогда таких веселых песен не распевала ни одна страна. И никогда таких веселых песен не распевала ни одна страна. Перед нами золотая, расцветающая ночь, наша смена молодая, наша первая любовь. И никогда так не был мир чудесен, так хороша зеленая весна. И никогда таких веселых песен не распевала ни одна страна. Как замечательно, Маша, а? Смотри, смотри, чуть-чуть. Здорово как. Мама. Теперь мы. А потом вот сейчас я не пройду. Давай, делай. Это удалось, не неважно. Ну, Ирина. Не уродите Ирину. Ириночка, осторожней. Я не боюсь. Да пока. Так. Так. Смотри, идет в воде. Так. У меня к вам большая-большая просьба. Делайте. Все, что захотите. Напишите мне ваше стихотворение. Ой! Нет. Стихотворение? Хорошо. Хорошо, хорошо. Давай, давай, Митя, сходи. У меня к вам большая просьба. Делайте. Все. Все, что захотите. Возьмите с собой меня завтра на планере. На планере? Да. Лучше послезавтра. Фу. Ирина! Ирин! Так напишите. Ирина! Иду, иду! Алёша! Алёша! Ну, меня стихи заставляют писать. Стихи? Да. Подумаешь. Тьфу. Меня на планере летать заставляют. На планере? Да ведь это, брат, чепуха. Выручим, а? Ты для меня напиши стихи, а я за тебя полечу с Машей, а? Ну вот, готово. У моря
возле гор о странностях любви послушал разговор. А знаешь, хорошие стихи получились. Мой голос для тебя и ласковый томный, тревожи подлинные молчание воли темной. Мой голос для тебя и ласковый томный, тревожи подлинные молчание ночи темной. Архитектором хочешь быть? Архитектор? И поэт? И вообще спи. Да. Пушкину легко было. Ирина. 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 Ирина, а Берг? Герой! Настоящий герой! Будущий врач! Спать не даешь курортникам! И вообще спи!
Так, так, в порядке, товарищи, в порядке. Так, сейчас поедем. Так. Так. Пожалуйста. Что? У нас летчик знакомый. Мы непременно полетаем. Вот видишь, как люди умеют устраиваться. А как же Берг? Дорогой товарищ, простите, родная бабушка, герой труда, неожиданный припадок, аэродром! Простите, товарища Берга. Берга! А я вам говорю, он подойти не может. Готовится принять экскурсии. Да, к экскурсии! Давай растяжки. Ну, как бабушка? Все благополучно? К черту бабушку! Катастрофа неизбежна. Гриша! Гришенька! Гришенька, дай прокатиться. Только ненадолго. Скажите, где Берг? Там вон. Спасибо. Ой, понаставили тут всяких решеток. Товарищ Лёнь, товарищ Лёнь, Берга не видели? Там. Черт. Берг! Что? Спасайся, иначе все погибло. Что погибло? Слушай, Ирина и Маша идут сюда. А, мама! Вон, смотри! Ну что же делать, Костя? Тихо! А? Беги, прячься! Ой! Ой! Ирина! Завяжись сейчас. Маша, а где же Бер? Найдем, непременно найдем. Найдут, не найдут, найдут, не найдут. Найдут. Найдут, не найдут, найдут, найдут. Найдут, не найдут, найдут, не найдут. Смотри, Бер! Да-да, ну конечно, Бер! Найдут, не найдут, найдут, не найдут. Это мы. Пропал. Окончательно пропал. Ага. Берг, а мы вас искали. Теперь вы нам все-все покажете. Нет, нельзя. Землю привинчиваю.
Трудная задача. Наконец-то. Теперь крепко. Пока! Стойте, стойте! Как пока? А планеры кто нам будет показывать? Итак, товарищи, обратите внимание на материал, из которого сделаны эти крылья. Да, необыкновенный, трудно добываемый металл. Обыкновенный мотополом, только пропитанный особым составом. Но ведь мотополом – это материя, а не металл. Я же и говорю, необыкновенный металл заменен обыкновенным мотополамом. Не спорь с ним, я его знаю, сумасшедший. Всем, товарищи, полетать не удастся. Придется тянуть жребий. Что? Пусто. Как? Ну, ну, Маша, Маша. Пока. Маша, Машенька, Машуша, не плачьте. Даю вам слово. Я сам возьму вас летать с собой. Как хорошо! Полети, Машенька. Мама. Праздник. На 23-е. Ага. Да, положение. Не выкрутишься, а все ты. Ой. Будем знакомы, летчик Берг. Ты тоже хорош. Позвольте представиться. Поэт. Слушай, мы будем у них сегодня на вечере. Ну? Может, признаться, а? Перейдем к танцам. Маэстро, наш любимый танец. Прошу занять места. Прибывайте, подхаем легко. Ясно, понятно. Готовились? Thank you.
среди нас присутствует молодой поэт Алексей Грибов. Попросим его выступить. Просим! Просим! Алексей, иди, живу! Просим! Испаники? Тихо, тихо. Все в порядке. Товарищи, перегорели пробки. Необходим антракт на 20 минут. Спокойно. После антракта выступление поэта Грибова. Как хорошо. Замечательно. Лина, я буду гордиться вами. Ну, еще бы. Сейчас перед всеми на эстраде вы будете читать ваши стихи. Ваши стихи. Читать стихи? Да. Перед всеми? Да-да. На эстраде? Минута, и стихи свободно потекут. Боюсь, что это совсем не по моей специальности. Как не по вашей специальности? Ведь вы же поэт. Никогда я поэтом не был. Как не был? Да так как-то... Как вам не стыдно? Ирина! Подождите! Ирина! Подождите! Ирина! Я пошутил! Честное слово пошутил! Я настоящий поэт! Правда? Ну, конечно! Любимая, зажми мне руки крепче. От нежных слов кружится голова. Такую ночь ведь даже звезды шепчут друг другу нежные слова. И вы стихами заговорили. Да, как так? Ой, шапка! Шапка! Шапка? Где шапка? Вон шапка! На горе! Я все знаю. Раз на горе шапка, значит, завтра будет ветер, значит, завтра мы с вами полетаем. Блестящая идея. Да. Только я хотел признаться вам. Да? Что я? Что? Не планерист! Сейчас заплачу. Маша, Машенька, я пошутил. Честное слово, пошутил. Маша! Ирина! Ирина, ну что? Потом. Ага. Скорей! Слушайте, Татуля, меня не садите. Маша! Ирина Ивановна, можно вас попросить? Галочка, пожалуйста. Алеша, Алеша, ну? Выручай. Мне сейчас стихи читать надо. Стихи ерунда. Мне завтра на планере летать нужно. Да что завтра? Завтра я тебя выручу. Дай мне сейчас, сейчас какие-нибудь стихи. Просим Грибова, просим Грибова. Ну давай, давай, да ладно. Читай любое. Грибова,
Во, во, прочтет. Сейчас, сейчас. Катя. Сейчас. Катя. Ага. Ирина! Люблю я Ирину при закате, люблю при звездах, при луне. Вот серебром ее окатит волна, и Ирина на волне. Сейчас. А черт, потерял страницу. Вручай, не могу найти. Подсказывай. Отдам я тебе. Люблю я тебя как? Дубина. Как? Люблю тебя как турбина. Индустриальный образ. Я поняла. Даша, как это утешишь? Ирина, ты должна обязательно утешить его. Я так огорчена. Я тоже. Очень огорчен. Да. И я тоже огорчена. Неужели свидание? Где? Жену жду. Жену? Да. А она сейчас нашим завхозом у фонтана лунную ванну принимает. Пустите, что вам нужно? Обхожу, что вам нужно? Обхожу, обхожу вам. Я? Так не дрожа. Нет, пустите. Погодите, пустите. Одна минутка. Надо объяснить. Пустите же. В чем дело? Алексей! Так, ну ладно. Не надо. Вот чудак. Катя? Люблю я Катю. Я тебя проучу наблюдать. Ирина! Ирина! Что с тобой? Вот. Вот посмотри, что случилось. Катя? Люблю я Катю при закате. Вот так так. Нет. А ты вот посмотри. Вот. 23-го.
Пять часов. Что такое? Пять часов ухожу на всю ночь с Катей в море. Ох, какой мерзавец! Какой мерзавец! Ну, не плачь, чучело. Ну, может быть, это какая-нибудь старая история? Старая? Ну, конечно, старая! Старая! Правда? Конечно! Вот, завтра, после полета, пойдем к рыбакам и все узнаем. Пришли обе. Как? Уже? Быстро переодеваться. Маша, а вдруг Берга нет? Ну как нет? Планер, ты уж здесь? Эх, жаль, спецовка одна. Вот и нет. Да, где же он? Черт, не лезет. Лезет, я боюсь. Беги, встречай. Скорей обратно. И я за тебя. И я за тебя. Ой. Полечу. Берг, здравствуйте. А вот и я. Эй, ты дьявол. Машенька, привет на аэродроме. Привет. Здрасте. Вот, все в порядке. Сейчас возьмем это, как его? Пропеллер. И? Сэр, а мертвая петля будет? Все будет. Берг, скорее, Берг! Засыпался там этот начальник. Живо! Берг, умоляю, сделай ей мертвую петлю, обещал. Ирина, ты заметила, как он нам обрадовался? Растяжки разобрать! Туда, а теперь сюда, да? Теперь сюда, сюда и сюда. Планер к полету! Так, теперь так. Ну, Берг, Берг, только выше. Пошли! Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Воздух!
Берг! Берг! Хорош, приятель! Берг! На одну минуту! Берг! Жизнь превосходна, честное слово, жизнь превосходна. Алексей! Грибов! Грибов! Я разыщу его. Ну, иди. Товарищ Грибов! Товарищ Грибов! Можно войти? Грибов. Алексей. Где же он? Ирина, ну что? Вот, ясно, все ясно. Хорошо, проверим. Пиши. Пиши. Мне нужно серьезно поговорить с вами. Поговорить с вами, точка. Так, завтра... 23-го, 5 часов вечера. Федора, на целый день ухожу. На праздник, что ли? Да нет, работы. Корпуса Кефали. И будет бой. Кефалью бой. Начнутся фигурные полеты на планерах. Ну,
вести стада Кефали. Ой, он бредит. Ожидали дивизии корпуса Кефали, закованные в серебро. Понимаешь, ведь нужно было закончить поэму. Да. Смотри, сколько написал. Сегодня бой с Кефалью бой. Товарищ Берг, школа высшего пилотажа на планере. Конечно, Костя! Да! Но значит, Ирина-то ревнует напрасно? Ну, конечно! Ну? Где же она? Никого. Записка. Вот. Ну? Все кончено. Уезжаю. Ирина. Вот чучело. Да. Надо догнать. И догоним. Маша, погоди, автомобиль. Стой, товарищ. Довезите, пожалуйста, до города.
у моря, возле гор, о странностях любви подслушал разговор. Стой здесь! Стой здесь! Ну, куда же теперь, Маша? Я не знаю, куда теперь идти, да? Ну? Как же это? Стой! А как же она поедет? Поездом или пароходом? Ты! Иди туда, на пристань! А я побегу на вокзал! Подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Ирина! Это я не вас, товарищ, не вас, я Ирину ищу, Ирина! Ира! Ирина! 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 Костя! Там! Ну, там! Не поняла? Ну, там на небе! Царство ему небесное. Ирина! Ирина! Ира! Да ну иди, иди! Пойду. Иди и не разговаривай. Да не разговаривай. Это записная книжка. Книжка моего Алексея? Конечно, Машенька. Значит, это Катя. Катя моего Алексея, а не твоего Берга. Конечно, Маш... Скорей, товарищи, скорее, сейчас поднимаем трап. Не поторопите же, гражданин. Я ему этого не прощу. Я уезжаю, Ирина. Вот, подождите. Поднять трап. Маша! 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 Вещи! Маша! Отдать кормовой! Ирина, наконец-то, как я рад, что я тебя нашел. Что? Вот. Маша. Она все узнала. И про Катю. Про Катю, да ведь это же не то, Маша. Маша. Маша, погоди. Маша, ну послушай. Послушай, Маша, Катя лодка, простая лодка. А? Лодка! И каких лодок? Лодка! Маша, я все набрал, понимаешь? Ты веришь мне, что я все набрал? Все набрал! Какое набрал? Набрал? Что за чепуха? Я набрал! Нельзя ли на минуточку ваш бинокль? Пожалуйста. Спасибо. Дай бинокль. А? Бинокль дай. А где же? Где же она? Катя. Так Катя, это лодка? Катя, лодка! Катя, лодка! Ой, Катя, лодка! Поняла, возвращаюсь к своим. Счастливо.
Здравствуй, юность боевая, здравствуй, солнце и весна, здравствуй, наша мать.